и опять посмотрели на юг. Идут три самолета «Фермер». «Фермер», «Фермер-2» и «Фермер-500». Вот. Но по названию вы сами можете понимать, что этот самолет разработан для использования в народном хозяйстве, а именно в сельском хозяйстве. Вот. Пилотирует ведущий, пилотирует сам Виктор Степанович Ерболик, директор этого предприятия. Похлопаем. Я бы сказал, что очень классно пилотирует, несмотря на неспокойные воздушные массы. Посмотрите, в одной плоскости прямо вычерчивает небо. Молодцы. Абсолютно слетанность, я считаю, вот, глядя на такой полет. Пилот. Правый ведомый, Поздеев Марат Мурдаязович, директор аэродрома «Вишневка», известный аэродром под Казанью. «Вишневка» буквально в границах города. Там базируются любители авиации. Да, до 15 бортов, в воздухе бывает до 5 бортов, известный аэродром. Сейчас уже используют как транзитный на перелетах уже с других городов. Марат Мурдаязович Фазлиев. Вот. Все люди, я почему вот с радостью называю эти фамилии, это все люди настолько талантливые, да? Они почти все закончили Казанский авиационный институт. Талантливые во всем. Вы как?